Друзья, всем привет! Сегодня поедим кашу гречневую, огурцы. Огурцы свои мама солила. Яйца, лук, леча, колбаса вот здесь еще. Что-то вспомнил, как раньше ходили в лес. Ну, за грибами или с отцом на охоту ходили. Тоже огурцы, там яйца. Ну, сами знаете, когда в лес идешь, кто ходил. Колбаски там. Лучше-то лет... Ну давайте, приятного аппетита. Еще хлеб у меня здесь спрятался. Вот такой вот кусман. Сейчас я опять обожрусь, как всегда, да как обычно. Ну если что, Света доест. Да, Света? Она кашу такую вкусную сварила эту. Я ее уже пробовал. Лучок. Лучок с яйцом вареным вообще вкусно. Записывается? Угу. Дай бог здоровья. Огурцы острые. Прям нормально острые. У нас почти все острое. Чаек с малиной. Согревающая малина называется. Липтон. Я раньше к бабушке приходил в деревню. Она мне молока козьего надоет свежего. Я больше сырые яйца люблю. На магазинские что-то я не хочу сырые пить. Сальмонеллез потом подхватишь какой-нибудь. Да? У нас все школы закрыли и больницы из-за короны. А у вас? Вот, кстати, огурец вот с чем-то ешь, так не чувствуется остроты, а так он прямо острый. Вчера мы ели. Света любит огурцы, но что-то она их не хочет. На диете, видать, опять. Что у вас там с погодой? Тебе стать яйцом? У нас на улице вообще 2 градуса, 2, 3, 4, вот так вот. Всю неделю. Чайка надо затряхнуть. Малиновые сны. Ой, горячий еще. Я чай редко вообще разбавляю. Можешь сказать, что я не разбавляю никогда.
лучок. Огонь. И хлебушек тебе оставлю еще. Перец-то я вам не показывал, да? Но он не сильно вырос. Но он по высоте на одном, у него листочки только вытягиваются. А там два росло, один что-то умер. Не знаю, что-то завял, короче. А этот нормально растет. Да, видать, семечка какая-то гнилая или что. Но пересаживать побольше, мне кажется, еще рано. Потому что у меня мама, когда садила, ну, весной, на посадку уже все. А там перец-то вот такой вот мы в сад уже увозили. Он здоровенный уже был. А рос он в этих банках обрезанных. Из-под газировки. Все, лечо сдолбили. Только так. Все, это Свете оставлю, я уже наелся. Обжираться не хочу. На. Светлана. Скажи, что ты надо? А что? Она что-то наезжает на меня в последнее время. Что, можешь с ней что-нибудь сделать? Конфеты-то видали такие конфеты? Я думаю, что мне Света говорит, аккуратно их ее открывай. Думаете, что там внутри? Сейчас увидите, что там внутри. Вы даже и не знаете, что там. А там вот что. Видно? Вот когда по деревне идешь, там на дороге много таких валяется. Ха. Только несъедобных. Козий арахис. Сейчас покажу там внутри. Кстати, вот шоколад вот этот молочный, вкусный вообще. Ну, смотри. Так. Ну, короче, там арахис. Вот этот вкуснее, чем который на развес продают. На развес там фуфло, короче. Там шоколад невкусный, а вот этот вкусный молочный. Будик еще с этой, с креветочной этой пастой. Давайте его вот так вот закрутим в рулет и сдолбим. Вот так вот и все. Только так.
А любите сладкое? Мы сладкое редко едим. В детстве наелись, да и хватит. Правильно. Сахара и так везде хватает. Во всех продуктах сахар есть. Вот Свете всегда не солено, а мне сахара бы побольше. Ну как побольше? Я вот сюда ложку меда ложу. Это же немного. Тем более мед это мед можно. Это не сахар. Малиновый чай вообще огонь. А еще если сада вот листья нарвешь, после баньки-то заваришь. О, вообще. Ноги сразу откажут нахуй. Ну, в смысле, расслабит вообще. Ну ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, я всегда все комментарии читаю. Ну, пока нас мало читаю, потом все это не смогу читать, когда нас уже будет, не знаю, 100 тысяч. Так что это, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.